Большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня у меня новый очередной скраповый влог. Влог под номером, по-моему, уже 3. Так, уже прошла неделька, у меня есть вам что показать. Покажу я в этом видео вам свои новые процессы. Готовых работ у меня пока нету на сегодняшний день. И покажу еще покупочки мне пришли скраповые. Итак, начнем. В прошлом видео я вам показывала, что я распечатала два блока для ежедневников, ну, для блокнотов, планеров. Первый был у меня вот такой вот красивый. Это, по-моему, Париж называется. Я в прошлом, наверное, влоге говорила, что я хотела сделать оранжевую обложечку, но у меня маленько не получилось, и я маленько все переиграла. Так как у меня были здесь оттеночки такие, присутствуют красный, оранжевый и синий. Ну, больше всего такие, конечно, оранжевые, но синий все равно тоже везде присутствует, такие оттеночки. Потому что на цветочках вот здесь идет красный, оранжевый и синий. И я решила сделать такую же обложку, яркую. Ну, не знаю, что у меня из этого получится, так как я ее еще не доделала. Так, вот такой вот у меня получается блок. Наверное, я его отложу в сторонку и покажу саму обложку. Так, сама обложка у меня идет, получается, из вот такого синего кожезама. Он такой, знаете, маленько с перламутром. Думаю, на камеру, наверное, как раз будет видно, что он переливается. Она еще у меня не прошита, сама обложечка. И внутреннюю часть я тоже сделала. Вот такая вот внутренняя часть. Она уже прошитая. А здесь я решила совмещать, как я сказала, синий, оранжевый, красный кожзам. Сделала, получается, с двух сторон кармашки. Здесь у меня вот такой кармашек. Он внутри тоже обтянут тканью. Тут все прошитое. И здесь тоже вот такой кармашек. Внутри обтянут тканью. Здесь, получается, большой кармашек идет. Вот так вот. Здесь кармашек поменьше. И здесь совсем маленький кармашек. Он с двух сторон. Можно какие-то, может, визитки вставлять, скорее всего. Так, я еще не сделала ни ремешок, это тоже у меня все в процессе. Я еще жду свой подарочек, который мне до сих пор не пришел. Он должен был прийти 9-го, сегодня 10-го, его до сих пор нету. Ну, вот такие странички, и сама это у меня все тканью проклеено получается. Ну, вот такой он будет у меня яркий. Еще нужны сюда, конечно, будет закрывашка и кольца. И ацетатные листики мне еще идут. Сделаю еще пару скрепочек, скорее всего, с бантиками, наверное, или с цветочками, там посмотрим. И точно пока не знаю, буду ли я украшать. Наверное, скорее всего, не буду я украшать сам планер. Ну, в смысле, саму обложку не буду украшать, а корешок я, наверное, украшу какой-нибудь подвесочкой. Ну, вот такой вот у меня яркий планер получается. Напишите, как вам такое вот сочетание. Именно вот меня интересует больше с тканью. Подходит ли оно? Да, цветы маленько отличаются, но у меня не было подходящей именно по цвету тканюшки. Решила использовать эту ткань. Вот это у меня такая работа в процессе идет. Так, еще что у меня... Блок я один вам показывала в прошлом видео, вот такой. Он у меня почти допечатался. Там еще пару листочков, по-моему, надо напечатать, потому что я забыла про них совершенно. Для него мне, кстати, пришел кожик. Кожзам я покажу попозже, какой пришел. И еще я распечатываю вот такие вот странички. Это у меня странички купленные, планер. Да, они у меня еще вот так вот выглядят, не обрезанные половина. Половина уже вот так вот подрезанные. Вот такая у меня первая идет. Это мне распечатано на фотобумаге 180 грамм на матовой фотобумаге такая. И остальные простые странички идут на 120 граммовой бумажке. Здесь идет личные данные, надпись такая. Планы на год еще одной штучки. Мне тут тоже еще одной странички не хватает. И там уже идет все по неделькам. На планы на год.
И такой будет планер. Это у меня странички на не на обычный планер, не на А5 и не на А6, а идет по типу Мидори. Только будет у меня на кольцах. А странички такие яркие. Но они как бы здесь яркая такая обложка, а сами странички, в принципе, такие с цветочками, не сильно яркие, но мне понравилось. Это покупные странички. Я покупала у девочки ВКонтакте. Там была у нее скидка как раз 50%. Я попала и купила себе целых два набора страничек. Один вот этот и следующий я, ну, не знаю, пока когда распечатаю, пока мне нравится. Но под него я кожик еще не нашла. Так. Вот так вот у меня. Что мне еще? Сделала, кстати, я серию АТС. Точнее, я еще и не доделала, но вам покажу, как она сейчас выглядит. Делала эту серию с бумажки. Я как-то показывала, да, в первом влоге. Я показывала, что хочу сделать из этой бумажки альбом. Звездный такой красивый альбом. Типа вот Вселенная, там все планеты, звезды, небо. Но решила я из пару листочков сделать АТС. Но я еще не доделала АТС-ки, готовые я вам потом покажу. А сейчас я покажу, какие у меня просто пока получаются на данный момент АТС-очки. Так, они у меня... Нет, неправильно я их расположила. Первая, вторая, третья. Так будет. Будет состоять у меня из трех серия АТС. Название пока я тоже еще думаю. Вот такие у меня АТС-очки. Здесь у меня бумага, также вырубка, чипик эмбоссингом покрыт. И я не знаю, видно, нет, видно, наверное, вот такие небольшие есть у меня тут отштамповки. И уголки я еще сделала золотые. Да, но вот здесь мне надо уголок подделать, он у меня маленько тут не так закреплен. Вторая у меня вот такая. Но еще это не готовая работа. И третья. Такая будет серия АТС-очек. Первая серия АТС у меня была такая нежная. Мы с девчонками обменивались этими АТС-очками. А вот вторая такая уже маленько другая тематика. Так, и на этом у меня, по-моему, все с процессами со всеми. Да, и сейчас я вам покажу два заказика, которые мне пришли. Первый заказик мне пришел вот так вот, он был упакованный. Я уже, естественно, вскрыла, посмотрела. Так, и сейчас я вам покажу. С сайта пришло кожа переплет. Я маленько пошуршу. Вот что я там заказывала. Такие ценники. Если кому интересно, можете остановить и посмотреть. Так. Что я заказала? Заказала я, естественно, кольцевые механизмы. Заказала я несколько штук. Вот так они были упакованы, кстати, эти кольцевые механизмы. Заказала я два вот таких маленьких, только они с разным диаметром. Здесь, по-моему, сейчас я вам скажу, 16, наверное, и 20. Нет, 20 и 25. Вот это 20 миллиметров разъем колец, а это 25 миллиметров. Вот такие простые серебристые. Они как бы такая полуматовая. У них идет поверхность. Это у меня идет на 123 миллиметра, то есть на 12,3 миллиметра. То есть это для планеров. Ну, можно использовать и на 5, но можно использовать и на 6, скорее всего, больше. Ой, извиняюсь за звук, но хотела продемонстрировать. Вот такие два мне пришли. И еще я заказывала два вот таких А5 с четырьмя кольцами. Но пришли мне почему-то один А5 и второй мне пришел А4. Хотя вот даже в этой написано... Здесь получается вот... 123 это идет маленький, который вам показала. И вот 210 и еще один 210. 210 О-образный идет. Это идет, получается, вот этот он пришел, потому что он кругленький. Да.
И пришел у меня D-образный. Вот буковкой D. Но он пришел не на 210, а на 294, по-моему, он идет. То есть неправильно положили. И, в принципе, он мне на 294 совершенно не нужен, потому что... Но если только какую-нибудь папку делать, ну, просто, в принципе, лежит. Ну, вот заказывала я вот такие, потому что мне такие нужны были. Как раз для вот планеров А5. И заказала к ним, естественно, вот такие крепления под серебро. Кстати, положили мне еще вот такой подарочек. Вот так вот она лежала. Это термотрансферная такая пленочка с надписью «Паспорт» под цвет серебро. Да, я поначалу расстроилась, но, в принципе, я уже сделала новый заказ на другие, нашла я на другом сайте тоже, и серебристые, и золотистые, но серебристые мне даже уже отправили, а золотистые пока еще ждут. И также я здесь заказывала себе несколько отрезов кожи замы и замши. Так вот это было все свернуто, на такую, вы знаете, идет как бы поролоновую такую вот штучку, то есть чтобы это вот так было все завернуто в рулетики, ничего не помялось, мне очень сильно понравилось. Итак, первый вот этот большой самый кусочек, это идет замша. Да, я заказывала, кстати, кусочек с браком, но я решила просто заказать на пробу, и вот видно, да, какие полоски. Тут у меня уже, конечно, все нацеплялось. А так на нее сильно цепляется любой вот ворсинки. Не знаю, как она будет, конечно, это, но на ощупь она мне очень сильно нравится. А цвет получается... Так, это у меня... Сейчас. Это замша двухсторонняя, тонкая. Цвет морской глубины. Размер у меня здесь 25 на 70. И вот я взяла его по оценке, ну, чтобы попробовать. Но цвет, конечно, мне очень сильно нравится. И на ощупь она тоже мне сильно нравится. Будем пробовать. И несколько отрезов кожи зама. Заказала я вот такой вот, ну, как фиолетовый, но, скорее всего, это, наверное, сиреневый. Да, это переплетный кожи зам с поверхностью тач пыльно-фиолетовый. Вот такой вот матовый. Красивый. Он, знаете, такой прям вот гладкий-гладкий. Ну, в смысле, такой вот как фотобумага. Знаете, у меня есть вот наподобие такой тоже. Вот приятный на ощупь. Вот такой вот отрезик. Потом заказала еще себе вот такой синенький. Ну, что-то на камеру он совершенно не синий. Идет джинсовый темно-синий. Цвет... Это у них питон. Вот, я не знаю, может видно, нет будет. Но саму текстуру видно, а вот цвет, он, мне кажется, камера так не передает. Он прям такой джинсовый, темно-синий прям такой оттеночек. Ну, красивый кожик тоже. Буду тоже пробовать. Заказала пока на пробу, потому что я такой кожик не пробовала. И заказала еще вот такой вот сливово-сиреневый кожзам, тоже питон. Тоже вот такой вот вообще красивый. И мне, знаете, кажется, что планер мне вот этот надо, который у меня Мидори, делать вот с этим кожиком. Потому что, ну, цвета такие. Я еще подумаю. Уже такие идеи кину. Тоже небольшой кусочек совершенно заказала. В принципе, вот на такой планер мне вообще на стиле Мидори мне вот таких кусочков должно даже хватать. И на кармашек даже должно хватать. Такой вот у меня заказик был на сайте кожи. Так, это я все еще потом заверну на бобинки. Кожа переплет. Вот такой вот сайт, если кому интересно. Так, ну и второй заказ. Пошуршим опять. Пришел мне вот в такой вот коробочке. Сайт, ой, такой сайт у них так называется. Ну, напишу я, как он называется. Я не прочитаю, хотя вам сейчас и скажу, как он называется. Вот так вот называется. Тоже на него есть тут на все цены.
что я заказывала. Вот можете посмотреть. Тоже тут немножко. Тут один, короче, кожепереплет и, по-моему, одна замша. Тоже на пропуск сказала. Так, и что я здесь заказала? Здесь было вот так вот все упаковано. Я даже практически некоторые цвета еще даже не смотрела. Итак, положили подарочек тоже. Надпись здесь тоже термотрансферная. Вот, travel. На travel какой-нибудь travel book. Такая тоже подарочек небольшой, тоже очень приятно, спасибо. Так, и начнем с кожиков. Вот такой вот мне кожезамчик пришел. Здесь все вот упаковано такой бумажным скотчем. Наверное, сразу буду отлеплять. Так, это у нас кожик пришел. Переплетный кожезам. Цвет. Наверное, это цвет Тиффани. Да, это Тиффани. Вот такой вот цвет Тиффани. Вот у меня вот в той пришло, да, вот что в том заказе на такую бобину было намотано, было намного удобнее. И у меня ни один кожик не помялся. Здесь было просто рулончиками. И смотрите, что здесь и как. То есть, получается, они его свернули. Я вот читала и смотрела не в правильной, наверное, последовательности. Ну, как вот надо загибаешь, и где-то он будет надломы. И вот они у меня вот такие надломы. Не знаю, как это будет при уже расправиться это или нет. Вот такой вот оттенок. На камеру он светлее, мне кажется, чем на самом деле. Такой небольшой отрезик. Так, далее. Это у меня розовый оттеночек. Оттенок, наверное. Да, это просто розовый. Розовый матовый. Тоже видно, да, что такие прям, здесь вообще прям надломы сильные. Жалко, не знаю. Больше я там, наверное, заказывать не буду, раз так привозят, так упаковывают. Вот такой вот оттеночек. Так, далее. Заказала еще один сиреневый. И представляете, он пришел точь-точь такой же, как и в прошлом заказе. Только вот посмотрите, что с ним тоже. Вот. Все помятое. Это потому, что вот скручено неправильно. Это надо было скручивать, наверное, в другую сторону, чтобы он так не мялся. Очень жалко. Но такой же, точно такой же оттенок, как и тот. То есть у меня их два. Как я их заказала, неизвестно. Как обычно. Заказываешь все, потом что-нибудь придет. У меня также с пряжей. Уже несколько раз заказывала один тот же оттенок и все думала, что он разный. А потом вот такой розовый сиреневый. И такой вот эффект типа вот мятой кожи. И тоже также здесь заломы. Вот. Неровный край, но край это не ладно. Это не беда, а вот то, что заломы, да. И это такой прям плотненький. Я, кстати, таким еще кожиком не пользовалась. И последний кожик у меня цвет мята. Это у меня двойной отрез пришел, кстати. И та же самая история. Заломы. Вот такой вот оттеночек. Красивый. И вот я думаю, что буду я использовать либо этот, либо цвет Тиффани для блока, который у меня мятный блок. Вот для этого планера. Так, и последнее, что мне пришло еще там. Это замша. Маленько другая теперь замша. Не так, как там. И, кстати, она тоже по акции. И знала я, что здесь где-то должна быть полосочка. Ну, тут прям вообще совсем посередине прям полоска. Но, в принципе, я вот так все равно это буду разрезать. То есть буду использовать другую половинку. И вот такая. И цвет, получается, цвет искусственная замша. Односторонняя, плотная, бирюзовый оттенок. Она не тянется. Такой вот оттеночек. Будем пробовать. Заказала я, кстати, на сегодняшний, кстати, даже момент. У меня
Получается, вот эти два заказа пришли. Это я сделала заказы после того, как я сделала блокнот. Еще один заказ мне подарочный идет. А Симоленда идет заказ. Он мне должен будет прийти вот на этой неделе, которая сейчас как раз будет в четверг там или в пятницу. И у меня еще три заказа. То есть я совсем совсем что-то разошлась, и мне захотелось все попробовать, все использовать. Буду пробовать эти кожики. Потом, конечно, в следующем видео вам расскажу, как они, эти кожики, понравилось мне это или нет. Буду ли я еще использовать именно такой кожзам, потому что это переплетный, я пользовалась другим. А здесь идет как-то вот все по-другому. Знаете, он мне чем-то напоминает просто сильно уплотненный фоамиран. Прям вот сильно плотный. Ну, будем пробовать, будем смотреть. Кстати, в прошлом видео я просила писать, чтобы девчонки написали, те, кто меня смотрит. Оказывается, меня так смотрят мало девочек. И я вот спрашивала насчет розыгрыша. Под этим видео, девчонки, напишите, хотите ли вы, чтобы был все-таки прошел небольшой розыгрыш среди моих подписчиц, кто на меня подписан, кто меня смотрит. Очень буду ждать ваши комментарии. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылочки на магазины, кстати, я вам оставлю внизу под этим видео. И если кому интересно, где я брала ссылочки на блоки, которые у меня на данный момент распечатаны, тоже пишите. Я обязательно вам напишу. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.